На Думской площади ликвидировали палаточный городок антитрухановского Майдана. Несколько человек пострадали. Инцидент произошел сегодня утром, когда активисты РГБ, Автомайдана и самообороны попытались убедить митингующих убрать палаточный городок на один день на время празднования Дня города. Стороны не смогли договориться, завязалась потасовка. По словам очевидцев, участники драки применили спецсредства. Впоследствии при участии коммунальщиков лагерь антитрухановского Майдана из-под горсовета убрали. Вследствие произошедшего конфликта ряд лиц с обеих сторон, по предварительной информации, получили незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту хулиганства. 4 человека доставлены в Приморский отдел полиции. Мы сидели на палете и продолжали свой протест. Пришла группа ребят из самообороны, стала нас сбрасывать оттуда, потом стали тягать. Ноги застряли в этих рейках деревянных. И несмотря на то, что мы кричали, я кричала, что мне больно нога, никто не реагировал. И вот результат.